Всем привет, с вами я, Крекер, на Один Ютуб. Сегодня будет обзор на машинку Dodge One 70 из коллекции Space Cosmos, 4 из 5 машинок из 250, 198 из фильма Space Jam. Вышел в кино уже такой фильм, типа здесь баскетболисты, и есть Bugs Bunny, я вижу, и какие-то персонажи Луни Тюнс. Но я не смотрел мультик, поэтому не знаю. И баскетболист, вот. Если вы знаете, то это хорошо. Машинка достаточно красивая, у нее функции нет. Сейчас я ее распакую и вам покажу. Я уже распаковал, он достаточно тяжелый. 1974-го. Катается очень хорошо, но он вообще классный. Стоп, это что такое? Я просто не смотрел в кино этот мультик, я не знаю. Вот. Сейчас я его поставлю на подставку, вам покажу. Я уже поставил на подставку, вот он. Выполнен он достаточно хорошо в белых цветах. Здесь надпись Space Jam, God Squad. Вот. Золотые у него диски. Вот здесь, кстати, не прокрашены до конца. Вот. Tune Squad, Space Jam. Space Jam тоже надпись. Вот здесь. Вот. Посмотрите, какие вот принты. Типа... Не знаю, честно, кто это, сейчас я покажу. Типа, видите, это типа змея, что ли, девушка, не понимаю, это паук. Это какие-то баскетболисты, я не знаю, типа, я не смотрел, поэтому не шарю. Вот, давайте его сейчас сравним с обычным Dodge One. Вот такой обычный Dodge One, но они, в принципе, одинаковые почти. Ну, по сути, ну вот. Катаются они, кстати, оба хорошо. Ну вот, вот такой был обзор на машинку Dodge One. Подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.